jedno wyżu zale jest nogi, które pomnieć to год тому назад мы в то же время встретились на конференции Вышеградской четверки, но тематика была чуть другая, похожая, но с большой радостью хочу сказать, что формат конференции, формат этого мероприятия, он проводится первый раз в России. Первый раз в России. Мы очень рады, что эта инициатива встретила такой отзыв вас всех, масс-медиум, властей. И надеемся, что это будет важным импульсом для того, чтобы всем напомнить или сказать тем, которые не знают, что в России 14,5 миллиона людей с ограниченными возможностями, значит 10% населения. И сегодня будем об этом говорить. Значит, на нашей конференции фирмы 43 фирмы с 13 стран, я их назову. Это Венгрия, Германия, Дубай, Испания, Израиль, Каталония, Южная Корея, Литва, Польша, Словакия, Тайвань, Эстония и Россия. Литва и Венгрия – страны-партнеры, самое большое количество участников из этих стран. Я еще подчеркну, что и первая конференция год тому назад, и сегодняшнее мероприятие – это большая работа Венгрии, много инициатив из стороны человека, который возглавляет венгерский туризм в Москве, госпожи Себели. И еще одно слово. Ассоциация национальных туристических офисов – это организация, которая во всех странах Европы, в некоторых странах мира. Мы занимаемся, конечно, подвижением своих стран, но, как видно, занимаемся тоже другими темами, которые важны для страны, в которой работаем. Наша конференция получила поддержку Всемирной туристической организации, Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, Ростуризма, Российского союза туриндустрии, Всероссийского общества инвалидов, Ассоциации туроператоров России АТОР, и партнером воркшопа является выставка Интурмаркет. Смотря на заявки, хочу сказать, что мы назвали страны, которые выступают как участники воркшопа, но в зале сегодня в зале есть посетители не только из России, из стран ближнего зарубежья, Белоруссии, Казахстана, Латвии, но и из Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля. И хочу еще представить ведущего конференцию. Это госпожа доктор Надежда Маншина. И попросим наших уважаемых гостей о приветствии. Приветствую слова.